как озеро называется? Кумчи озеро. Нижнее Кумчи озеро. Кульчи озеро? Кумчи. Кумчи. Это на финляндском языке, наверное, да, на финском. Дима, можно тебя заснять? Снимать надо, но ты еще не спрашивал. Нет, здесь не надо. Домой пришел, тогда надо. А что это такое? Нет. Деревянно. Надо утонул. Нет. На самом деле. Это флажки типа мы ставим, которые. В прошлом году. Мне рассказывали. Короче, тоже в Карелию поехали. Отец, мать и двое детей. Но. Короче, поплыли. Грустная история. Не надо, или, короче, не надо. Лучше не рассказывай. Не надо. Тут у островов название. Лосиный остров. Вот это черепаха. Ну, похож на черепаху. Да, ну камень этот. Это ориентир, чтобы обратно возвращаться. Черепаху видишь, все, уже скоро приехал. А здесь домик, короче, вот здесь Любовь и Голубич парень снимался. Да? В фильме, да, он построил домик. Его же снимали в Медвежьегорске. Вот там. На берегу прямо, что ли? Ну, это остров. А, на острове, да? Это вот это остров. А, ну, понятно. Смотрел этот фильм, сейчас буду специально искать этот остров. Нет, и тут не снималось, просто парень, который там снимал. В Медвежьегорске, по-моему. В Медвежьегорске снимался.